«Наши корни и наша родословная» – такая тема очередной встречи в исламском центре. Сюда приглашены женщины, представительницы местного отделения общественной организации «Ак-Калфак». Задача перед каждой поставлена непростая – воссоздать свое семейное древо. Особенно в прежние годы этому уделяли особое значение. Знать свои корни считалось важным в каждой семье. В качестве примера – отношение к своей родословной известного татарского публициста и общественного деятеля Ризы Шмурата, на родине которого побывали женщины. У него до 16-го колена родословная прямо на воротах нарисована. Древо жизни – это же очень даже хорошо. Если человек не знает свою историю, своей семьи, у него будущего не будет. У каждой представительницы женской организации активная жизненная позиция. Ведь главная общая цель – сохранение татарского языка, культуры и ее самобытности, помощь в воспитании детей и работа с молодыми семьями. Особый акцент на возрождение национальных традиций. Очень много наших обычаев потеряны. Наши даже вот, смотрите, одежда татарских женщин, они же были очень красивые, на самом деле. Это сейчас все это возобновляется. Для таких женщин у нас будет с пятницы с 2 до 4. Каждая пятница будет встреча, они будут приходить и общаться. Такие встречи в исламском центре теперь уже традиция. Именно здесь открыты двери для всех неравнодушных людей. Сегодня при мечети Чистополя обучается основам Корана и языкам более 300 женщин. Это уже пятая группа, посетившая исламский центр.